Приветствую вас, уважаемые зрители, на канале Страхак ТВ. Итак, Red Dead Redemption, вторая часть. Здесь испытание игрока 4. Надо было 3 раза выиграть на 3 столах. На 3 столах в игре. Основной игры. И при этом надо было обанкротить одного из игроков. Вот он рядом с нами сидит, у него $1.25. Что ж, нам прилетела 8 и 6. Здесь, как правило, собираются пары. Но бывает и получше что-то. 3, реже 4, по 4 карты. Ну и бывает по 5 карт собираются, но это уже более серьезная комбинация. Открыли вот 3 карты дополнительных. Ничего, мы, в принципе, одну пару имеем. И вероятность собрать мы имеем стрит. Потому что у нас есть 5, у нас есть 6, у нас 7, 8. Нам не хватает. Или 9, или 4. Или той, или другой карты. Ну и с одной парой тоже можно. Хотя у нас тут кикер небольшой, 6 всего. Хотя они откидают тоже. Один тоскнулся сразу же. А остальные... Вот 4 открыли, у нас уже стрит. Стрит и... Вот игрок с нами ва-банк пошел. Ну и тоже ва-банк. Вероятность того, что тот и тоже стрит соберет, есть. Но небольшая. Так, открывается там. Здесь у них пара, короче. Ну, хоть пара они собрали, в принципе. Последняя карта. Ну, вот победу мы одержали. И игрока обанкротили за столом. Выполнили условия 4 испытания как раз. А дальше у нас игра в доме. Спасибо. Будьте здоровы, живите богато.